Значит, первый доклад – это привязка радионеба к оптическому небу. В настоящее время очень остро встает вопрос о правильной привязке радионеба к оптическому небу и о том, что же все-таки радиоизлучает на небе. Это важно для задач всех отраслей астрономии, связанных с точной привязкой небесных объектов в широком диапазоне длин волн на различных телескопах. Это важно для астрометрии, звездной астрономии, астрофизики, небесной механики и геодезии. Изучать небо человек начал очень давно, дошедшим до нас каталогом более 2000 лет. В 2009 год был объявлен Международным годом астрономии. Оптической астрономии исполнилось 400 лет, и в этом же году было заявлено, что оптическая астрономия не точна, что более точные существуют каталоги, которыми являются радиокаталоги. Вот. Значит, я тут немножко упустила, чтобы пояснить. 400 лет астрономии считается с момента, когда Галилео Галилей впервые взглянул на небо в телескоп. Изготовленный им телескоп открыл для человека бесконечно разнообразный и очень красивый мир небесных объектов. За это он был осужден, и только реабилитировали его 380 лет спустя, где-то в 92-м или в 98-м году. А нас Причем, когда реабилитируют? вот, радиоастрономия по сравнению с оптической очень молодая наука. Ей 400, а радиоастрономия возникла в 1932 году, когда Карл Янский, изучая шумы, поступающие через наушники, обнаружил радиосигнал, идущий из центра нашей галактики. Это было время, когда решался вопрос трансатлантической связи, проводить телефонный кабель по дну океана или, возможно, беспроводная связь, что сейчас сплошь и рядом мы наблюдаем. И этот прогресс произошел очень быстро. Гроссребер был первый, кто продолжил исследования Янского. На собственные средства в 1937 году построил радиотелескоп и наблюдал на нем. Только в 1944 году была опубликована первая работа по радиоастрономии Гроссребера. Поддержал эту публикацию не кто-нибудь, а правнук Василия Яковлевича Струве, основателя Пулковской обсерватории. Бурное развитие радиоастрономии началось после Второй мировой войны, когда локатор были обнаружены во время войны объекты, которые показывали на экране изображения, а в небе объекта не было. В небе Луна шла. Так. Вот плохо видно, да? А изображение плохое. В 1956 году по проекту Семена Имановича Хайкина и Наума Львовича Кайдановского был построен большой Пулковский радиотелескоп, на котором мы и начали наши исследования. Я, вернее, начала наблюдать. Это был фантастический телескоп, который работает, кстати, и до сего времени. Так, ой, вот тут тоже плохо видно, ну видно немножко. А в 1974 году на Северном Кавказе был построен Ротан-600. Это телескоп такого же типа по проекту Хайкина-Кайдановского диаметром 600 метров, 1024 отражательных элементов размером 8 метров на 2 метра в ширину. И каждый элемент переставлялся, и можно было устанавливать телескоп на любую высоту. На этом телескопе у нас в 1980-85 году был выполнен обзор с высокой чувствительностью неба в полосе вдоль экватора. Телескоп был выставлен и стоял неподвижно, чтобы сохранить высокую точность определения координат. В 1985 году мы обработали этот обзор данных за 5 лет, и меня послали в Мексику всего лишь на 15 дней, 3 из которых ушли на оформление документов в Мехико-Сити. Значит, мы должны были провести отождествление на блинк-компараторе по всем правилам астрометрии. Точность определения координат на блинк-компараторе была 1,5 секунды дуги, и
было обнаружено за 10 дней непрерывной работы, которые были выделены, потому что мы приехали, блин, компаратор не работал. Пока его запустили, прошло еще 3 дня. Ну, в общем, удалось получить большой материал результатов и обнаружили, что ничего не совпадает. В 1987 году с этими данными, полученными на Блинк-компараторе по координатам галактик, а тогда считалось, что радио излучают в основном галактики и квазары, значит, меня отправили в 1987 году в Бонн на 37-метровое зеркало наблюдать. Наводимся на оптический объект, в положении объекта ничего нет, рядом радиоисточник. Ничего не отождествилось. Обнаружили мы, что привязка сделана неправильно, что имеется изменение координат при перестановке телескопа вверх-вниз из-за деформации конструкции телескопа. В 90-м году меня приглашают на 3 месяца в Мексику. Получен был каталог 800 галактик с точностью 1,5 секунды дуги, отождествилось с этим обзором, выполненным на ротане, 8% от силы, и то с плохой точностью. 93-й год, идет полностью перестройка, меня приглашают на работу на 1 год в Мексику, получен каталог 4000 галактик, плохое совпадение координат радиооптика, ничего не отождествляется, мы делаем перерыв в оптических отождествлениях. Несовпадение объектов радиооптики, радиооптика объясняли в те времена тем, что радиоизлучают преимущественно квазары и галактики, такое сделали предположение. По решению Международного астрономического союза в 1991 году опорной системой координат для привязки радиооптика стала система ICRF, каталог которой насчитывал 608 радиоисточников. А в 2009 году на съезде Международного астрономического союза, когда отмечалось 400-летие оптической астрономии, была рекомендована эта система, уже насчитывала 3414 опорных радиоисточников. Однако плотность таких опорных меньше, чем один объект на 10 квадратных градусов. И представляет собой факт случайного совпадения радиооптика. Оптические каталоги звезд были объявлены недостаточно точными и сказали, вот теперь мы привязываемся только к этим 3400 объектов опорных, точность измерения которых миллисекундная. Мы делаем перерыв, в это время идет бурное развитие компьютерных технологий, появляется интернет, в интернете появляются все данные по радио и по оптическим данным, оцифрованные уже и каталоги, и изображения. И вот Национальная радиоастрономическая обсерватория НРАО, состоящая из 27 параболоидов диаметром 25 метров каждый, выполнили обзор на волне 21 сантиметр, база 2 километра. Вот с этим обзором, этот обзор поместили в интернет без права на соавторство, и мы, значит, сразу же принялись за этот обзор и за обзор, паломарский обзор. И начали делать новую попытку выполнить отождествление. Оптические отождествления нами выполнялось, как я сказала, вот по данным этого телескопа НРАО обсерватории и по паломарскому обзору неба. Вот это та площадка, последняя, 9-я, которую мы публикуем в данных фундаментальных исследований. Это радиоизлучение группы звезд, проецирующейся на галактику NGC-3278. Вот эта галактика. Она была привязана к сильному радиоисточнику, рядом с которым еще 2 сильных радиоисточника находились. И ни один радиоисточник ни с чем не совпал больше. Вот. Значит, мы на этой площадке истинное положение радиоизображения от этого оптического изображения было расположено на расстоянии 1 минута 57,8 секунды времени по прямому восхождению и минус 22 минуты 10 секунд по склонению. И когда мы совместили вот эту галактику с объектом, который мы
отождествили. У нас отождествилось еще 7 звезд, обозначенных здесь. Вот здесь еще есть две слабенькие галактики, G1 и G2, имеющие продолговатую структуру. Так вот, под порогом чувствительности обзора НРАО-обсерватории есть изофоты, которые точно соответствуют вот такому, такому изображению вот этих двух галактик, но мы их не рассматриваем, поскольку в каталогах они не числятся, у них плотность потока в радиодиапазоне меньше 2,5 секунды дуги. Вот это отождествилось. Вот эта галактика номер 14 уникальная, это ИЦ-883 галактика. Она единственная на северном небе, имеющая такое изображение, с двумя джетами, перпендикулярно друг другу расположенными, была отождествлена с радиоисточником, спектр которого не соответствовал спектру активной галактики. Мы усомнились, это первое наше было отождествление, мы усомнились в правильности сделанной привязки. Значит, Антон приготовил все данные из интернета в радио и в оптике. В двух экземплярах мы сели в разных комнатах и занялись отождествлениями. Сидели день. Через день мы сравнили наши данные, и оказалось, что он отождествил звезды. Здесь я привожу маленькую площадку, тут вот только три звездочки, и вот эта галактика. На самом деле эта площадка где-то 10 минут дуги. А мы одноградусную площадку отождествили. Так вот, на одноградусной площадке у нас отождествилось 15 звезд, и я занималась диффузными объектами, у меня 10 диффузных объектов отождествилось. Но когда мы сравнили наши данные, оказалось, что системы координат для звезд и для диффузных объектов не совпадают. Ну, длительные рассуждения, обсуждения, дискуссии, споры. И мы предположили, что это связано с тем, что объекты расположены на разном расстоянии, что в межзвездной среде существует межзвездный газ и существует радиорефракция. Значит, я сейчас, будет интересно посмотреть остальные площадки, которые у нас выполнены, по которым отождествление. Вот следующая площадка, очень красочная. Здесь 7 звездочек, отождествилось 6. Не отождествилась вот эта вот слабенькая звездочка на краю, которая находится, номер 1. Она далекая, здесь есть рядом радиоисточник, но система координат его отличается от этих 6 звезд. Вот здесь отождествилось 6 звезд. Вот здесь отождествилось 7 звезд, причем вот звезда номер 5 бегущая. И на эпоху наблюдения радиообзора она, радиообъект чуть-чуть сместился в нужном направлении, на нужное расстояние, как это движется, это бегущая. Вот еще одна площадка. Здесь отождествилось 8 звезд и 2 слабых галактики ЖА и ЖБ. Совершенно однозначное отождествление, поскольку в радиоизображении изображение соответствует оптическому изображению. Но системы координат звезд и диффузных объектов отличаются по-прежнему. Вот здесь у нас 12 звезд. Они отождествились, вот эти две, вернее, они отождествились, но они оказались в вычищенном лепестке диаграммы НРАО-обсерватории. Они есть, но они слабенькие на пределе чувствительности, поэтому мы их не считаем, они расположены уже в другой области. Как правило, на краю участка идут несовпадения. Я сейчас объясню. НРАО-обзор выполнен так, что сканируется одноградусная площадка, сканируется вот так, и потом, набрав несколько таких площадок вокруг, их сшивают каким-то образом. Причем одноградусных площадок 10, например, набирается, и только один опорный на какой-то из площадок существует, а может и не существует. Значит, вот здесь, когда мы совместили вот эту яркую звезду и вот парочку 5 и 4, вот эти, то у нас совпало еще 10 звезд. Еще 10 звезд совпало. Так, вот уникальное тоже отождествление. Звезда номер 6 оказался ICRF-объектом, который рекомендован для привязки неба, для высокоточной привязки неба. На самом деле он расположен совсем в другой области. И в той области не совпадает больше ничего. А когда мы этот объект совместили со звездой номер 6, у нас отождествилось еще 9
звезд. 9 звезд еще отождествилось. Но звезды более далекие, слабенькие, вот 1, 2, 3, имеют другую систему координат, чем 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоже из-за удаленности объекта, из-за того, что вот по изображению звезд даже видно, что здесь рефракция, что здесь очень много газа. Изображение звезд там, где нет газа, оно не такое. Вот еще одна тоже площадка. Здесь отождествилось 9 звезд. Тоже уникальная площадка. В центре она пустая, в оптике. И в центре пустая, и в радио. Вот здесь отождествилось 9 звезд. Вот площадка 14 звезд. Две звездочки, 8 и 9, они слабые. В радиодиапазоне они есть, но в каталог не входят, мы их не считаем. Здесь отождествилось из 12 звезд 11. Плохо отождествилась вот 7-я звезда, которая попадает на край пластины, и там видно, что идет привязка следующего кадра, потому что некоторые изображения просто подрезаны и не удалены. Вот это спасло нас для понимания того, что происходит. Вот это последнее наше сделанное отождествление, уникальное совершенно. Звезда Зацигни, яркая звезда, которая попадает в пустое поле. Абсолютно нет ни одного объекта в радиодиапазоне там, где она находится. И вот это объект, радиоисточник, который был включен в ICRF-каталог, отождествляется с объектом с красным смещением 1,5, Z1,5. И вот обратите внимание, вот изображение в изофотоме нарисовано радиообъекта, и в положение объекта попадает здесь более 20 квазизвездных объектов. Как можно говорить, что вот с каким-то из них этот объект совпадает? Нельзя говорить. И вот когда мы совместили вот этот радиоисточник со звездой, здесь вот видно, вот видите, вот изображение изофоты радиообъекта, вот он совпал с этой звездой, мы совместили, у нас при этом отождествилось еще 7 звездочек. Вот 1, вот здесь вот 2, 3 парочка, особенно вот эта парочка. Точно такая же парочка в радио, на таком же расстоянии, такая же ориентация. 4, 7 и 8. Не отождествилась только одна звездочка, 9. Вот таким образом, вот это вот самое последнее еще отождествление, ну, здесь вот получше видно. Вот здесь 1-2 пара звезд и 10-9 и отождествляется в одной системе координат, а остальные 3-4-5-6-7-8 в другой системе координат. Это мы все, вот по изображению звезд видно, что здесь много газа, звезды, изображение звезд не резкое. И мы объясняем это все наличием радиорефракции в межзвездной среде. Значит, результат. Радионебо неправильно привязано к оптическому небу. Это первый вывод на основании выполненных отождествлений. Обнаружено, что радиоизлучают преимущественно звезды, а не галактики и квазары, как сейчас считается. И обнаружено, что в межзвездной и межгалактической среде существует радиорефракция, которую нужно учитывать при выполнении оптических отождествлений. Значит, в настоящее время нами опубликованы отождествления по 10 площадкам размером 1 квадратный градус. Отождествилось 96 звезд и 17 объектов с диффузным изображением, в то время как по общепринятой привязке радионеба радиооптика. На этих 10 площадках совпало 2 радиоисточника с оптическими объектами случайным образом, и то неправильно. В настоящее время считается, что на всем северном небе, радиоизлучают всего 53 звезды, причем в радиодиапазоне они имеют слабое радиоизлучение. У нас на 10 градусных площадках отождествилось 96 звезд. Вот, вначале мы предполагали, что неверная привязка радионеба к оптическому определяется малым количеством опорных. Просмотрев 20 тысяч участков неба, мы обнаружили, что 86% радионеба привязано к оптическому неверно,
Нами предложен и запатентован метод привязки радионеба к оптическому небу, который основан на использовании фундаментальных каталогов звезд, и привязка радиоисточников производится непосредственно к звездам, плотность которых и точность измеренных координат достаточно для выполнения уверенной привязки координат радиоизлучающих небесных объектов. Мы подняли все опубликованные радиоизмерения, начиная с 1952 года вплоть до 2009, и обнаружили, что причина неверной привязки радионеба заключается в методе привязки радионеба к оптическому. Это опорные. Вот первая ошибка допущенная. Это создание 3C-каталога. По тем временам это был высокоточный каталог. Точность измерения 1/15 минуты дуги была по прямому восхождению и 0,75 градуса по склонению. Выполнен обзор был на 21 сантиметре на 170 мегагерцах. Это метровый диапазон волн. И вот этот каталог был первый каталог, насчитывал он 471 объект, к нему и стали привязывать радионебо. Все радионебо. Вторая ошибка состояла в том, что 3C-каталог был предложен в качестве опорного без указания, с какими оптическими объектами он отождествляется. И третья ошибка заключалась в том, что в качестве кандидатов для установления опорной системы был выпущен вот уже каталог, который послужил основой ICRF-каталога, радиокаталога. И каталог представлял собой факт случайного совпадения оптических объектов, 234 объектов. И привязка, причем, была осуществлена в диапазоне 105 тысяч мегагерц. Вот, значит, уже в это время было очень много работ с указанием на то, что существует рефракция в атмосфере Земли, что существует рефракция в тропосфере, в ионосфере Земли. А до выпуска каталога 3C была прекрасная работа сделана Комиссаровым в Австралии в метровом тоже диапазоне волн, где он обнаружил, что очень большая рефракция в метровом диапазоне существует на высотах выше 350 километров. Вот мы подобрали наиболее уверенные привязки по 380 участкам неба. И вот здесь представлены ошибки привязки, не ошибки привязки, а поправки к радиокоординатам, чтобы совместить их с оптическими. Вот здесь по прямому восхождению представлены ошибки. Вот достигают 50 минут дуги. Почти градуса. И вот здесь представлены ошибки по склонению. То же самое. Вот видите, в центре мало совпадает. В основном уже начинается на некотором расстоянии. 10-20 минут. Такие поправки к радиокаталогам в настоящее время должны быть выведены. Значит, выводы. Разработанный нами метод привязки координат радионеба к оптическому оказался очень эффективным и обеспечивает отождествление большого количества радиоисточников, в основном со звездами. Обнаружено, что в межзвездной среде много газа и существует радиорефракция, которая даже на высоких галактических широтах может быть значительной, ее следует учитывать при выполнении оптических отождествлений. При правильной привязке радионеба к оптическому отождествляется более 60% радиоисточников и 84% звезд. 60% радиоисточников отождествляется лишь по той причине, что в обзоре НРАО-обсерватории чистится только первый лепесток, а есть области с сильными радиоисточниками, где лепестки прослеживаются до 18-го. И вот они все остаются на небе, и поэтому 60% радиоисточников отождествляется и 84% звезд. Можно уточнить? Вы говорите, конечно, о радиоисточниках с так называемым тепловым спектром? Нет. А, ну скажем, существует мазер, это космический, да, это сюда входит тоже? Это все надо пересматривать, проверять, пульсары в том числе. Это все зависит от удаленности объекта, потому что, вот видите, у нас сразу обнаружится, что есть рефракция, и в зависимости от удаленности объекта у нас системы координат смещаются. Скажите еще, пожалуйста,
вот относительно созвездия Лебедя, вот там яркий радиоисточник, он все-таки как-то относительно него что-нибудь? Ну, тоже у нас сделано это отождествление, но оно не является пока, мы сейчас демонстрируем показательное отождествление, где на участке у нас больше 5 звезд. Мы выбираем, вот показываем вам такие участки, чтобы ну, публика поняла, что это все правильно, что случайно так не бывает. Случайно невозможно совместить. Мы требуем, чтобы 3 объекта были на одноградусной площадке для отождествления. Потому что есть вот этот обзор сделан и в азимутах. А в азимутах, значит, надо учесть еще разворот. Вот. Если у вас 3 объекта отождествились с 3 звездами, да вот так, значит, вы их поворачиваете вот так, и у вас все правильно становится на небе. Вот. Поэтому мы сейчас демонстрируем площадки, где более 7 объектов отождествилось. А отождествлений у нас очень много сейчас уже сделано, выполнено, потому что технологии сейчас просто прекрасные. Не сравнить с тем, как первую работу я обсчитывала на Феликсе. Мне очень ваш нравится, и вообще доклад. Но все-таки относительно Лебедя, созвездия Лебедя. Да, Лебедя, он отождествляется, там есть свои тоже проблемы, он отождествляется очень просто, но ну, я не хочу Шкловского, в общем, обижать как-то, потому что это был великий ученый, частично фантаст, конечно, но он очень двигал хорошо астрономию, радиоастрономию, науку, это был великий человек. Вот. Но боюсь, что придется пересматривать эту идеологию, что это взрыв и разброс, там другая идеология. У нас есть эти данные, но мы пока их не обрабатывали для публикации. Ну, у нас почти все небо, мы просмотрели северное небо и пока что. В Млечном пути, вот это, вы сказали, что есть радиоисточник. Да. Он где-то в центре галактики. И какова его, так сказать, центр галактики? Да, в нашей галактике. Да, но мы сейчас рассматриваем те участки, где у нас более-менее хорошо видны звезды, более-менее мало газу. И вот мы демонстрируем пока эти участки. Что нас удивляет в настоящее время, что вот эти ICRF-объекты, так называемые квазары, радиоисточники, уже приближаются очень близко к центру галактики, где не видно даже звезд. Понятно. Это говорит обо всем.